Мангустаускую область заработал этнолагерь. Здесь проводят мастер-классы, связанные с выставкой «Экспо-2017». Почти за две недели более 300 детей отдохнут и узнают много нового. Этнолагерь состоит из нескольких юрт. Их установили прямо во дворе школы-лицея села Акшукыр. Каждая юрта – это своеобразный класс, где можно научиться играть на домбре и петь, постичь секреты войлоковаляния, шитья, украшения ковров и даже попробовать приготовить бешбармак и баурсаки. Для ребят предусмотрены экскурсии, а также лекции по истории края и участие в национальных играх. В планах руководства областного управления образования открыть подобные этнолагеря и в других районах области. Мы хотим поближе познакомить детей с национальной культурой и историей. Изучать их нужно с малых лет. Тогда ребята вырастут настоящими патриотами Казахстана.